Друзья, снова всем привет, распачиваю вас с Новым годом. Завтра у нас 31 декабря 2020 года, будем встречать Новый год. И сразу хочу перейти к следующему. Ранее я выкладывал несколько роликов о том, где я призывал предлагать какие-то бизнес-идеи, приглашал в гости для каких-то видов сотрудничества, кто-то что-то предлагал и так далее. Но на сегодняшний день, вот жду два подписчика, должны в январе месяце перебраться ко мне, и мы должны заняться производством, пока не буду говорить чего. Как вы знаете, что основной мой вид деятельности — производство корпусной мебели. И вот у меня мои постоянные заказчики, которые со мной работают уже по 3 года и заказывают постоянно мебель. Последнее время заказывают все больше и больше мягкой мебели. И вот сегодня я снимаю этот ролик вакансия, я его так называю. Мне нужен вот в наш цех, да, который вот выглядит сейчас вот так вот, тут деревяшки от домика у нас остались, верстачки, остатки ДСП для сбора. Я здесь хочу организовать производство диванов. У меня на январь, февраль, март и апрель, на первые 4 месяца 2021 года есть очень много заявок, уже частично оплаченные по мягким диванам. Я эти мягкие диваны сам не делал, я их заказывал у одного человека из города Краснодара, который в последнее время все больше и больше подводит меня по срокам. И я хотел бы обратиться к вам, уважаемые зрители, подписчики, кто умеет из вас хорошо делать диваны. Диваны простейшие, ничего особенного, никаких там 3D резнин, барашков, там вставок из массива и так далее. Самые обычные, самые простые диваны, которые стоят там в разных магазинах, там порядка 20 тысяч рублей. Если есть у вас какие-то предложения, если кто-то из вас готов, да, что касаемо по сразу заработной плате, по моим, скажем так, предварительным расчетам, сугубо личным, меньше 60 тысяч человек, который будет заниматься здесь производством этих диванов, то есть это будет поточное производство, это не будет какой-то один туда, один туда, один туда, это будет сразу там 25 диванов одного вида, одного цвета делаем. Этот заказ сделали, погнали дальше, там 25 там спрингбоксов тоже, те, которые, кстати, я показывал в одном из наших роликов, как мы их делаем. Нужен человек, который будет заниматься этим производством, у которого есть опыт. Меньше 50-60 тысяч, вот могу гарантировать. Но в идеале бы я рассмотрел оплату процентами. То есть то, сколько человек изготовит изделий, рассчитываем процент. Но обычно этот процент был равен 10, по крайней мере, последние несколько лет по ЛДСПшному производству я платил в цеха всегда 10%. Но здесь можно рассмотреть и больше. Например, диван стоит там 25 тысяч рублей. Да, если мы платим 10%, это 2,5 тысячи за его изготовление. Ну, по-моему, грамотный профессионал, который занимался и занимается, у которого есть опыт, понимает, что, скорее всего, один диван в день вообще легче легкого сделать. Но я готов даже рассмотреть процентовку там от 10 до 15. Индивидуально будем общаться и договариваться. Если у вас, у кого-то есть какое-то предложение конкретно, кто-то готов с 10, с 5, с 7 января, сразу после праздников, готов приступить к производству диванов совместно со мной, естественно, мы будем снимать все это дело на камеру, это будет контент, мы будем показывать все это вам, как у нас это все получается, как это мы все делаем и так далее. Я жду предложений, пишите мне в Telegram, оставляйте комментарии под этим роликом. Если кто-то готов, давайте конкретно связываться. Материалы уже закуплены. Сейчас у меня есть оплаченный, повторяю, заказ, который уже готов. Материалы вот оплатил уже буквально сегодня. Я их, в принципе, 4-5 января могу сюда перевести. Весь инструмент, то есть пневмопистолет, компрессор, швейная машинка, паркетная торцовочная, разный пил, то есть весь инструмент необходимый, шуруповерты, весь инструмент необходимый для производства мягкой мебели, то есть диванов, изголовьев, спринтбоксов и так далее. У меня все есть. Помещение у меня есть. Помещение теплое, освещенное, все условия комфортные. Туалет, санузел, микроволновки, переодеться, покушать и так далее. Друзья, жду от вас предложений. Готов посотрудничать, и работа, скорее всего, будет постоянно, потому что впереди сезон. Очень многие клиенты мои постоянные обычно в январе-феврале начинают уже давать заявочки на предсезонье. Как вы знаете, у нас 2020 год был своеобразный, интересный. Очень много людей хлынуло на наше Черноморское побережье. Расчет на то, что 2021 год будет тоже очень продуктивный в гостиничном бизнесе. То есть заявок по моим мебельным вопросам будет очень много. Значит, смотрите, температура у нас
в офисе, в цеху плюс 20, ну, грубо говоря, 20 градусов, да, то есть на улице, причем сейчас там плюс 2, по-моему. То есть у нас здесь все отапливаемое, все утепленное, светлое, работать можно комфортно, с удовольствием. Зарплату от себя, естественно, я гарантирую своевременную, это вообще не обсуждается. Но у меня будет тоже требование, человек должен быть без вредных привычек, как минимум не употреблять, ну или очень редко спиртное, чтобы не было никаких вопросов с выходами, не с выходами, я к этому отношусь очень серьезно, требовательно, и если один раз предупреждение не срабатывает, обычно на второй раз я с человеком прощаюсь. Друзья, пожалуйста, если вы, среди вас, среди подписчиков, зрителей не окажется человека, готового со мной поработать в производстве мебели, заработать денег плюс, если желание будет таково, стать известным в Ютубе на нашем канале, то хотя бы распространите этот ролик среди ваших знакомых. Ну, не обязательно прям ролик распространять, хотя бы позадавайте вопросы. Может быть, кто-то умеет это делать или работает на какой-то фирме, его не устраивают на сегодняшний день какие-то условия, и он хочет что-то поменять, или, например, зарплата маленькая и так далее. Я знаю, что во многих регионах зарплата у мебельщиков не такая высокая, там 25-30-35 тысяч рублей. Здесь я готов платить минимум 50 тысяч рублей, но это от 50, в зависимости от того, что человек может уметь и так далее. Да, еще самое интересное. Параллельно работы с нашими заказами я оставляю за человеком, который будет здесь со мной сотрудничать по мягкой мебели, возможность изготавливать что-то, какие-то свои заказы. То есть, ну, например, человек занимался уже производством мебели где-то в гараже и хочет дальше эти же заказы делать, но работая параллельно здесь со мной в цеху, он, например, не сможет этого делать. Так вот, я как бы заявляю о том, что и это можно будет делать, то есть какие-то свои заказы можно будет пропускать совместно с моими заказами, но при условии наличия свободного времени. Ну и если кто-то все-таки решится поработать вместе по мягкой мебели, и все это дело пойдет, и человек решит какие-то принести сюда свои идеи, то я готов даже в продолжение нашей совместной деятельности организовать какой-то сайт. Если человек, например, принесет какие-то идеи, скажет, я умею делать какие-то интересные, красивые диваны, стулья, для этого там не нужен какой-то специализированный, дорогостоящий инструмент или оборудование, то я, в принципе, готов, и мне это интересно, так как я занимаюсь мебелью уже, напомню, 12 лет, поработать с этим человеком по тем идеям, которые он принесет. Создать сайт, я на себя беру обязательство его продвигать, гарантирую наличие заказов и так далее. То есть работа будет. Можно будет сотрудничать совместно в комфортных условиях, в комфортном помещении, на комфортных, в том числе, финансовых условиях. Ну, мне обижать смысла нету, так как я лицо моего канала, я, в принципе, обязан отвечать за свои слова и так далее, чтобы все у нас складывалось взаимовыгодно, взаимообоюдно, интересно. Друзья, вот такой на сегодня ролик, рекламка маленькая для себя же. Очень буду вам признателен, если вы все-таки поможете мне либо найти такого человека, который мне вот нужен на сегодняшний день по производству мягких диванов, либо, может быть, кто-то из вас заинтересуется и готов поработать. Я буду очень крайне признателен. Ну и, как обычно, я желаю всем здоровья в новом 2021 году. Не болеть. Всем пока.